Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Показываю мраморных боцей в моем аквариуме. Если вот этих вот желтеньких красавчиков, барбусов, шуберта всегда можно увидеть, то мраморные боцы, вот они полосатые такие, с рисунком красивым, черно-белым. Их только увидеть можно вечером. Днем они обычно спят. И то вечером уже появляются как бы попозже. Вообще ночные жители. Их здесь две штуки. Ночью очень активны, по-видимому. Ну да, я их всегда вижу. А вот остальные рыбки ночью спят. За исключением сомов. Парчовый птеригоплект и анцеструс тоже ночью очень активны. Ну, барбусы спят обычно, так же, как и остальные рыбки. Неоны. Вот там еще по одной плавают, есть кое-какие рыбки. А вот эти вот, конечно, трудновидимые. И вот я еще обрадовалась. Случайно рассматривая боцы, которые шныряли с одного конца аквариума на другой, то по растениям, то где-то там в дебрях, они очень любят какие-то укрытия лазить. Вот еще королевские тетры плавают, они любят плавать больше в середине и в верхней части аквариума. И вот я увидела далеко на папоротнике креветку. И очень крупную, причем креветку. Я думала, здесь уже креветок не осталось, потому что я их вижу очень редко. Рыбы выросли, рыбы крупные. Вот она. Крупная, с икрой, такая вот пузатенькая самочка, креветка, здоровенная. И не боится, сидит себе там. Я как-то до этого один раз видела, ну там она спрятана была. А это вот она, на виду. Так что креветки здесь есть все-таки. Прячутся от рыбок. Лазят где-то в гуще растений, в папоротниках, в корнях. Но есть, я очень рада этому. Они тоже ночные жители, креветки. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.